Друзья, всем привет, на связи Станислав Орехов. Я поздравляю вас в этот замечательный день, с 1 сентября, это День знаний. Но не только для школьников и студентов. Я уверен, я точно знаю, что настоящий профессионал не устает учиться никогда. И инвестиции, и времени, и денег в себя – это самое важное и самое классное, что можно сделать. Именно эти инвестиции окупаются многократно. Я это испытывал большое количество раз на себе, я очень люблю посещать курсы действительно от профессионалов, которые делают свое дело хорошо, добиваются результатов и могут передать свой опыт, транслировать его. Избегайте, пожалуйста, рекомендации такие на сегодня, избегайте курсов от каких-то непонятных, нелепых авторов, которых сейчас очень много в интернете, и ищите именно тех людей, у которых действительно получаете. Копайтесь глубже, смотрите, что они делают, смотрите ролики, видео, смотрите, насколько они профессионалы, анализируйте, включайте мозг, не используйте только визуальные какие-то маркеры. Используйте именно мозг и анализ для того, чтобы выбрать того преподавателя и ту тему, которая нужна для вас. Я очень люблю сам учиться, я посещаю большое количество курсов, материалов, смотрю видео, читаю книги, и у меня на каждый этот материал вот такой вот конспектик. То есть я записываю детально вообще все те вещи, которые нужны, и то, что я буду внедрять. Обязательно это внедряю в наш бизнес, обязательно это внедряю к нашим клиентам. Более того, мы еще встречаемся с руководителями студий. У нас есть программа специальная, мастер-группа, где мы общаемся с руководителями компаний. И там уже более 30 компаний, у которых есть подчинение там люди, это дизайнерские компании. И в них мы отрабатываем все наши методики, и я делюсь этой информацией в том числе и с вами. Если вам все это полезно, это очень классно. Я вас поздравляю с тем, что вы тоже относитесь к тем, кто не только потребляет информацию визуальную, но и умственную. И поздравляю вас с праздником. Удачи, успехов. Самое главное, не просто слушайте, смотрите, а внедряйте все, что вы увидели, в свой бизнес. И тогда вам будет счастье, и тогда вы сможете достигнуть своих мечт. С вами был Станислав Орехов. Увидимся на следующих видео и до новых встреч.